В ее рамках сотрудники полка ДПС и госавтоинспекции проверяют техническое состояние большегрузов, соблюдение правил перевозки крупногабаритных и опасных грузов, скоростного режима, а также соблюдение режима труда и отдыха водителей. Было выявлено 12 большегрузов, в которых не был установлен тахограф, специальный прибор, регистрирующий информацию о скорости и маршруте движения транспорта, а также режим труда и отдыха водителя. Еще один грузовик не был зарегистрирован в установленном законном порядке. 8 машин было эвакуировано. 6 из них имели неисправности, запрещающие эксплуатацию транспортного средства, а 2 были припаркованы с нарушениями и создавали препятствия для движения автомобилей. Также полицейскими был привлечен к ответственности водитель большегруза, не имевший при себе водительского удостоверения.